Добрый день. Меня зовут Дмитрий Новиков. Кровельными работами я занимаюсь с 1997 года. Сейчас я нахожусь на нашем объекте в Сергиево-Посадском районе. Мы сделали полную реконструкцию кровли, включая устройство новой стропильной системы, устройство пирога кровли и кровельное покрытие двойной фальц. История этого проекта такая. Заказчики купили этот дом 8 лет назад. Площадь кровли до начала реконструкции составляла 220 квадратных метров. Кровля из оцинкованного железа в одинарный фальц. Утепление кровли было сделано пенопластом 100 мм и 50 мм местами минватой с зазорами и щелями. Зимой возникали такие проблемы. Холодно на втором этаже и сквозняки. Кровля была выполнена по обрезу стены. Вылеты карниза не было выполнено совсем. Во время косого дождя кирпич на карнизе подмокал. Договорились, что сделана будет водосточная система подвесная, кровля будет теплая, двойной фальц, пирог утепления 250 мм. Итак, какие работы мы выполнили? Демонтировали существующую кровлю из оцинковки и весь пирог утепления. По тем стропилам, что были, смонтировали сплошной настил, уложив по нему пароизоляцию с качественной проклейкой стыков и примыканий. Собрали новую стропильную систему. Утепление мы сделали минераловатным утеплителем Rockwool общей толщиной 250 мм. Вентпродух сделали высотой 70 мм из строганной доски. Кровля проветривается. Под кровлю в качестве подсистемы на сплошную обрешетку применили антисептированную строганную доску 30 на 100. Изготовили и смонтировали вентилируемые коньки горизонтальный и хребтовый. Кровельное покрытие сделали из стали SSAB, матовый пурал, цвет 2H3, двойной фальц. Кровля получилась общей площадью 284 метра квадратных. То есть она увеличилась на 64 квадрата за счет карнизных свесов. Существующие дымоходы из кирпича мы утеплили фасадным базальтовым утеплителем толщиной 100 мм. Выполнили облицовку узкими фальцами картинами из стали SSAB. Вывели вентиляционные дымоходные каналы. Изготовили и смонтировали защитные зонты на дымоходы. Установили подвесную водосточную систему Aquasystem диаметром желобов 150 мм и труб 100 мм. В качестве элементов безопасности была смонтирована система снегосдержания Orima, Финляндия. Для обслуживания кровельной системы мы установили мостики на кровлю, лестницы на скат и лестницы к стене с поручнями для подъема на крышу. Производство компании Orima, Финляндия. Также мы изготовили и смонтировали подшивку карниза с вентиляцией карнизной зоны и стальных панелей и отделкой лобовой доски сталью SSAB под цвет кровли. Все материалы кровельной системы мы приобрели в компании Unicma. Стоит отметить, что заказчики во время строительства кровли проживали в доме. И во время строительства не было ни одной протечки. Участок остался чистым и без мусора, потому что в наших правилах убирать с собой. В результате этого проекта у Юрия появилась красивая, надежная и теплая крыша, сделанная профессионалами компании «Премьерстрой».